триває перерва у пленарному засіданні Верховної Ради України. Ми розпочинаємо брифінги народних депутатів. Першим до слова запрошую Наталію Королевську та Валерія Гнатенка, фракція «Опозиційна платформа за життя». Уважаемые телезрители, сегодня достаточно важный день в украинском парламенте. Сегодня будет рассматриваться бюджет на следующий год. Бюджет, как мы всегда знаем, это дорожная карта жизни страны, где зафиксированы главные макропоказатели, социальные стандарты. Это главный базовый документ, по которому дальше будут сформированы бюджеты областных, районных и территориальных громад. Сегодня день сложный в парламенте, также и потому, что под стенами парламента стоят тысячи предпринимателей, которые приехали со всех городов Украины. Люди, которые создают рабочие места, самозанятые люди, те, кто ничего не просит у государства, а говорит об одном – не мешайте нам, дайте нам возможность прокормить себя, прокормить свои семьи, дайте нам возможность спокойно платить налоги. Но, к сожалению, наша власть сегодня в лице правительства и монобольшинства в парламенте от партии «Слуги народа», они даже не хотят просто не вредить. Они создают сегодня все те преграды и барьеры, переступить через которые экономика уже не в состоянии. Тысячи предпринимателей под стенами парламента и миллионы людей по всей стране не понимают, каким будет завтрашний день. Не понимают, как дожить до конца 2020 года и не видят перспективы в 2021 году. Тысячи шахтеров по всей стране сидят с постоянной задолженностью по заработной плате и видят одно – что сегодня труд шахтеров, металлургов, химиков, предпринимателей, учителей, врачей, работников сельского хозяйства, машиностроителей, этот труд никому абсолютно в этой стране не нужен. Потому что новая власть за полтора года своего правления очень хорошо освоила, как можно, не создавая национального продукта, не поддерживая сегодня нашу национальную экономику, не формируя добавочную стоимость внутри нашей страны, не выполняя решения Конституционного суда Украины, не выполняя гарантии перед людьми по выплате своевременной индексированной пенсии, заработной платы, социальных пособий, как можно просто брать и тупо путем разных коррупционных и подверженных коррупционным рискам махинаций грабить украинский бюджет. И лакмусовой бумажкой подтверждение моим высказываниям было создание коронавирусного фонда, который был направлен на то, чтобы предотвратить катастрофические последствия от пандемии коронавируса. Цель создания фонда была для того, чтобы защитить людей, помочь экономике, помочь национальному производителю, помочь пенсионерам, ветеранам, многодетным семьям, малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью пережить это сложное время. Но вместо того, чтобы за полгода создать в нашей стране систему защиты людей, поддержки людей, помощи людям, вместо этого просто деньги коронавирусного фонда были растрынканы на дороге, на содержание административного аппарата, на подверженные коррупционным рискам схемы компенсации заработных плат, но не было сделано главного. Главного, когда человек в своей стране чувствует себя в безопасности. Этот человек знает, что если он заболел, если он плохо себя чувствует, если ему нужна помощь, то он сможет обратиться к врачам, он сможет получить квалифицированную медицинскую помощь. Если человек вдруг остался без работы, то ему всегда государство предложит компенсацию. Если вдруг его предприятие начало терять обороты и попало в экономическую турбулентность, то ему даст государственный заказ правительство и поддержит. Так нет, к сожалению, но это не о нашей стране. У нас все наоборот. У нас решили отобрать последнее. Самыми бедными назначить пенсионеров и многодетные семьи в нашей стране, самыми незащищенными назначить людей с инвалидностью, а простых людей, работающих людей на наших национальных предприятиях вогнали в сумасшедшие долги по заработным платам. И вишенкой на тортике всему это стало еще и сокращение выплат по субсидиям, колоссальный рост тарифов, запланированный на 2021 год,
такая вот галопирующая сегодня инфляция, рост цен и полный бесконтроль над ситуацией в национальной экономике. И поэтому команда «Оппозиционная платформа за жизнь» на протяжении подготовки и рассмотрения бюджета правительства как в первом чтении, так и подготовки ему ко второму чтению предложили альтернативный проект. Мы подготовили более 200 поправок, где показали, как сейчас можно дополнительно бюджет при правильном перераспределении макробазы, при правильном перераспределении сегодня доходной и расходной части сформировать дополнительно 135 миллиардов гривен. Как этот ресурс можно максимально эффективно использовать, защитив наших врачей, поддержав медицину, поддержав сегодня наших учителей, поддержать нашу национальную сегодня экономику. Как правильно сбалансировать макропоказатели, которые бы обеспечили успех нашей страны. Но, к сожалению, ни правительство, ни парламент не захотели даже обращать внимание на те предложения, которые подготовила профессиональная команда «Оппозиционная платформа за жизнь». Они просто и дальше хотят дерибанить наш украинский бюджет. В этом бюджете совершенно не сохранены балансы военной и человеческой безопасности. Если они армии дают дополнительный ресурс, то при этом они колоссальный ресурс дают на силовые ведомства, продолжая политику Порошенко построения полицейского государства, и полностью урезают сегодня все социальные статьи. Наверное, нонсенсом за все годы независимости, когда впервые обрезают дополнительные выделения на 8,5 миллиардов гривен для пенсионного фонда, что фактически вводит его в банкротство и в риск невыплаты пенсии в 2021 году. И можно еще приводить сотни фактов непрофессионализма и бесчеловечности проекта бюджета на 2021 год. Поэтому наша команда, команда «Оппозиционной платформы за жизнь», категорически не поддерживает тот непрофессиональный бюджет на 2021 год, который сегодня будет рассматриваться в парламенте Украины. Поэтому наша команда «Оппозиционной платформы за жизнь» обращается к депутатам, ко всем фракциям в парламенте. Остановить грабеж Украины, остановить непрофессионализм в нашей стране, остановить те опыты и эксперименты, которые непрофессиональные люди в целях своих корыстных интересов проводят над нашей страной, а в первую очередь над нашими людьми, над украинцами. И наша команда требует отставки правительства, которые подготовили такой документ, требует роспуска парламента, и чтобы 2021 год стал наконец-то годом выхода Украины из сложной ситуации, годом надежды и веры, что у нас обязательно все получится, год, который должен полностью провести перезагрузку политической системы нашей страны. Только сформировав новый парламент, только сформировав коалиционное профессиональное правительство, мы сможем сделать все, чтобы не с протянутой рукой стоять перед международными кредиторами, не заискивать и ползать на коленях перед МВФ, не жить от подачки до подачки, сдавая все национальные интересы, а в первую очередь защищать нашу страну, защищать наши национальные интересы и наших граждан Украины. Поэтому объединяемся, идем на перевыборы, и обязательно вместе у нас все получится. Я поддерживаю слова Натальи Юрьевны и подтверждаю, что действительно наша команда «Оппозиционная платформа за жизнь» не будет этот бюджет поддерживать. И почему я еще раз акцентирую внимание на некоторых аспектах, почему это не произойдет сегодня именно как раз с нашей командой в этом зале. Буквально недавно, 15 сентября этого года, мы все вместе, все депутаты, которые присутствовали в зале, приняли постановление за номером 896 и обратились в адрес Кабинета министров поддержать Донбасс в части водоснабжения и восстановления постоянной подачи воды, особенно в летнее время. Этот вопрос Кабинет министров принял к рассмотрению и обещал вложить его уже в бюджет 2021 года. И что мы видим в этом бюджете? Что тот вопрос, который подняли депутаты Верховной Рады и который поднял в целом весь Донецкий регион, абсолютно проигнорирован. У меня вопрос к Кабинету министров. Он проигнорировал Верховную Раду или проигнорировал весь Донбасс? Всех жителей Донецкой области, которые страдают без отсутствия воды в летнее время. Это один из моментов, который показывает, насколько некачественно продуман бюджет, насколько он упустил мнение людей. И действительно, закон о госбюджете ожидает сегодня вся страна. Ожидают особо незащищенные слои, пенсионеры, малоимущие слои. И что мы видим в этом госбюджете? Видим копеечный рост
пенсионерам, копеечный рост необлагаемых заработных плат минимальных, а рост в огромных в процентном видоисчислении сумм поддержки администрации президента, силовых структур и многого другого, что сегодня не очень-то и необходимо для нашей страны. Мы не против как такового в целом закона о госбюджете. Там есть и позитивные моменты, в частности, поддержка финансирования сельского хозяйства с ростом идет. Финансирование некоторых объектов здравоохранения профильных тоже с ростом. Но в целом это мизер по сравнению с негативом, который сегодня дает госбюджет для нашей страны. То есть ожидания населения в улучшении мы не увидим. Я очень часто встречаюсь с переселенцами, так называемыми людьми, которые приезжают с территории неподконтрольной Донецкой области. Потому что мой округ находится как раз на линии размежевания. Они приезжают в округ за разными вопросами. И когда мы с ними общаемся, и мы интересуемся, что там происходит за линией неподконтрольной территории, они говорят, что там сегодня тарифы ниже, чем в Украине. Там сегодня продукты питания не выше, чем в Украине. И вот у меня вопрос к кабинету министров. Чем мы собираемся привлечь вот ту сторону, которая сегодня не подконтрольна Украине, чем мы показывать хотим лучше, что же у нас происходит на сегодня лучше в Украине? Бесконтрольный рост тарифов, отсутствие государственного контроля за ними и возможности компенсировать эти тарифы, которые сегодня поднимаются олигархами, не дает никаких преимуществ Украине перед другими территориями, которые находятся вне Украины. Поэтому ожидания к лучшему населения нашей страны в следующем году мы точно не увидим. Поэтому я еще раз подчеркиваю, что наша фракция против такого бюджета, который сегодня только вредит нашей стране и государству в целом. Я вам дякую. Виступ представників фракції «Опозиційна платформа за життя» завершено. Ми очікуємо.